Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Гипнос. Гипнос – бог сна у греков. Сын ночи – Никты. И брат смерти – Танатос. Изображался в виде крылатого юноши, со склоненной в дремоте головой или льющей из рога снотворный бальзам. У Гомера Гипнос и Танатос уносят погибших с поля брани. Существует изображение Гипноса эпохи эллинизма. Образ сна и смерти, как детей одних родителей, использовался в поэзии последующих веков. Вот данные из Википедии. Гипнос в древнегреческой мифологии – персонификация сна. Божество сна и сновидений. Сын Нюкты Эйреба, брат Танатоса, Керы Мойр по Гесиоду, Немезиды, Ириды, Харона и других детей Нюкты. Гипнос спокоен, тих и благосклонен к людям. По Гесиоду Гипнос живет на краю мира, и на него никогда не взирает солнце Гелиос. У Гомера он обитает на острове Лемнос. Выступает как вестник Зевса. Гера замыслила козни против Зевса, уговорив Гипноса усыпить его, пока она преследовала Геракла. От гнева Зевса Гипнос был спасен своей матерью Нюктой, которую Зевс не решился оскорбить. Второй раз Гипнос усыпил Зевса также по просьбе Геры, чтобы дать ахейцам возможность победить в сражении с троянцами. В награду за содействие Гера обещала в жены Гипносу младшую из Харид, Пасифею. Овидий в метаморфозах описывает пещеру в Кимерийской земле, где обитает Гипнос, где царят вечные сумерки, и оттуда вытекает родник забвения. В пещере на прекрасном ложе покоится Гипнос. Статуя в храме Асклепия в Сикионе изображает Гипнос Эпидота, усыпляющего льва. Ну вот так вкратце о боге сна у греков Гипнос. Пока-пока, до свидания.